Данные соревнования являются отборочными к чемпионату первенства России, который будет проходить в городе Орле с 3 по 17 февраля. На данных соревнованиях участвуют спортсмены из 5 городов и районов республики. В общей сложности 100 спортсменов участвует. Сильнейшим спортсменом является тот, кто по сумме двух стартовых кругов квалификации наберет большее количество очков. Далее распределяется турнирная таблица, сетка, по которой спортсмены стреляют по олимпийской системе на вылет. Определяется тройка финалистов. Ну и там уже победители определяются по спаррингам. Вообще я стреляю с 2011 года, занимаюсь стрельбой из лука. Первые мои соревнования были в Мелеузе. Сейчас я мастер спорта, член сборной команды России, трехкратная чемпионка Европы, серебряная призерка чемпионата мира. Для меня республика – это поднять свой уровень, помочь своим ребятам, доказать свое место в этом спорте.